А вот я на блошином рынке увидела вообще феноменальную английскую тарелку из общества садовода Великобритании. Это всегда в Челси награждают этой тарелкой. У меня, кстати, тоже есть, но вот это вот 88-й год. Обалденно. Сейчас я вам покажу с другой стороны. Вот, 88-й год. Видите, какие ценные вещи здесь есть. Видишь, РХС, это Royal Horticultural Society, это Королевское общество садоводов. Вот эта тарелочка, о которой я говорила. А вот здесь сверху, это как раз инвалиды войны вот размещаются. И вот здесь перед ним всегда происходит вот эта выставка. Ну вот видите, здесь такой изумительный букетик. Мне он намного больше нравится, чем я видела на блошином рынке. Вы видите, какие здесь нежные цветы. Это уже 1999 год, накануне 2000 года. А мы были как раз в знаменательные годы 1999 год и 2000 год. И как раз тогда в Челси были представлены все сады, которые определили развитие, дальнейшее садоводство во всем мире. Там были самые знаменитые на тот момент дизайнеры всего мира. И мы туда приехали по личному приглашению сэра Саймона Хорнби. Было очень красиво, у нас был прием, нас пригласили в шатер на 5 o'clock и подарили нам еще и книгу. Сейчас я вам покажу ее. А перед этим я покажу, что написано вот с этой стороны. Королевское общество садоводов, 1999 год, Челси, цветочное шоу. На даче я сделала букеты своих цветов, какие у меня были, где-то в такой же гамме. И вы посмотрите, как это красиво получилось. А вот этот милый букетик на столе очень напоминает мне тарелочку, которую мне наградили на конкурсе садов в Челси, Великобритания. Посмотрите, не правда ли похоже? Золотая книга. И в этой книге собраны лучшие сады с выставки Челси за десятилетия. Есть несколько номинаций, но вот самые лучшие по каждой номинации, они вошли в эту книгу. И здесь даже про самых знаменитых, видите, про самых знаменитых участников Челси. И вручал нам сам президент Королевского общества садоводов Англии. Это было очень почетно и очень приятно. Это было в такой торжественной обстановке. В театре собрались на чаепитие все те, кто спонсирует эту выставку, все участники этой выставки. И, в общем, несколько таких столиков было. Но мы сидели за самым главным столом, рядом с президентом сэр Саймоном Хорнби, с его супругой, с директором парка Висли, с его заместителем. Я была там с подружкой Лерой, тоже ландшафтный архитектор. Она, кстати, лучше знает английский, чем я. Я английский плохо знаю, честно говоря. Говоря, там стушевалась. Но, во всяком случае, вот память у меня осталась.